Она не одобряет врагов супруга, уважает всех друзей его круга. Не ожидает от него невозможного. А чего же ждать от такого сложного? Осторожно с семейными долгами. Не скрывает денежные дела с долларами. Хранит секреты, веря в любые от него байки. Если хвостом, то держит это в тайне. Она не будет, когда он спит. Всегда согласна, когда стоит. Не заставляет любимого ждать еду. Голод, отец гнева, на лихую беду. И говорит тихо, спокойно, красиво.